Алло, алло. Алло, здравствуйте, компания Zomr. Zomr, чем могу вам помочь? Добрый вечер вам. Значит, по поводу серверов, да, интересуюсь. Вот. Хочу вот приобрести сервер для корпорации. Вот, значит, ну, возможно, вообще обсудить с вами вопрос этот. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Да. Что вас интересует? Меня интересует сервер для моей корпорации. Вас как зовут? Представьте, пожалуйста. Я слышу. Меня зовут Антон. Мне на самом деле не столь важно, как вас зовут, важно то, что вы делаете. Вот, пожалуйста, скажите мне, занимаетесь, да, серверами вы? Да, алло. Да, конечно. Вы можете приобрести у нас сервер. Какая стоимость будет для корпорации? У меня корпорация есть. Да? Но у нас индивидуальных тарифов нет, все тарифы, которые вы видите на сайте. Я вас понял, то есть вы мне не можете озвучить, да, тариф нормальный? То есть мне нужно... У нас все тарифы нормальные, они подходят каждому человеку индивидуально. Самые хорошие. Сколько цена самого хорошего? Одну минутку сейчас. Да, пожалуйста. Вам нужен виртуальный сервер или выделенный? Выделенный. Физический. Физически. Выделенные, да? Да, да. Ну, из выделенных серверов, вот вы можете, к примеру, зайти на сайт, да, выделенные серверы и посмотреть. Самый мощный, если вам нужен самый мощный сервер, то это сервер с 20 количествами, с 20 ядрами. Можно повнять, пожалуйста, заикаться. Нет, позвание быкане. Повнять не пожалуйста. Да, 20 ядер процессора. Да, видите себе 20 по-человечески, ядер процессора, пожалуйста. 120... Алло. Да-да, я просто вас не слышу, вы так ведете себя. Алло, странно. Вы меня слышите? Да, 20 ядер процессора дальше. Да, 20 ядер процессора, отвечайте 128 достойно, будьте гигабайт мужчиной. Оперативной памяти. Сколько гигабайт? Я вам говорю. Я вас плохо понял. 128 гигабайт. А, 128 азу, да, я буду. Я понял, прекрасно, это нормально, это мне хватит. Сколько цена его? Стоимость его нормально, 219 говорите. Евро в месяц. Нормально, говорите, пожалуйста. Мы все-таки 219 евро в Мы месяц. Все-таки с клиентом потенциально вообще, сведите себя культурно. 219, алло, да? Вы меня слышите? Я вас слышал. Сколько? 219? Да. Да. 219 евро в месяц. Месяц, да, это нормально, прям сам максимально, я вас так понял. Ну да, это самый максимальный сервер. Что значит ну да? Это разве нормально так общаться с потенциальным клиентом? Можно поменять, не сказать? Алло. Да, это максимальная стоимость и максимальный сервер. Я понял, максимально 219, да. То есть, если на год брать. Сколько будет стоить? Так же? Или скидка имеется? Одну минутку. Да. Да. Алло. Да, алло. Да, алло. Да, алло. Да, алло. Да, алло. Я так понимаю, меня игнорирует, да? Компания. Алло. Ясно, скидка не будет, да, для меня? Я вас понял. То есть скидки не будет, да? Алло. Алло. Минута прошла, я не пойму, я что здесь, в шутки играю какие-то? Минута прошла уже, да? Алло. Да.
Если брать Дед на Конча, 12 это месяцев, все тогда спят. есть скидка Врубай на напас 12%. 991. 12%, да? Да. Повнятнее можно сказать, пожалуйста, повторите. Да? 12% скидка. Если вы покупаете сервер на год, то скидка составляет 12%. Ровно 12, да, ни больше, ни меньше. Да. А? Говорю, да. Я понял. Говорите вы, конечно, много, но не по делу. Я вас услышал. Так, значит, смотрите, у меня сервер, да, для корпорации. УАО «Мегалюль». Это значит переработка каловых масс. Понимаете, о чем я? Корпорация какая у меня. Очистительные механизмы стоят, перерабатывают каловые массы. Да? Да, я вас понимаю. Вот, значит, 12% итого стоимость мне озвучите, пожалуйста, за год. Сейчас, одну минутку. Пожалуйста. Да. Не слышу. Сейчас, одну минутку, посчитаю. Пожалуйста, посчитайте побыстрее. А можно гадзу для вареника? А? Ведите себя нормально, культурно, все-таки общайтесь нормально с людьми. Политкорректно выражайтесь, пожалуйста. Получится 192 евро. Повторите и нормально, без запинаний. Сервер будет стоить 192 евро, если вы приобретете его на один год. Я вас понял. 192 евро в месяц, правильно? Да, все правильно. Я вас понял. То есть, я вас услышал. То есть, хорошо, повторите еще. Я услышу полностью. Если вы приобретете сервер, выделенный физически, на один год, то стоимость этого сервера составит 192 евро 72 цента в месяц. Я понял. То есть 192 умножить на 12, правильно? Вот. Ну да. Но умножьте, пожалуйста, сколько? Умножьте, пожалуйста, сколько это будет стоить? Меня финальная стоимость интересует, а не вот эти ваши мелочи. Пожалуйста. За год получится 2312 евро. Я вас понял. 2313 евро, да? УАО «Мегалюль». Правильно я понимаю? Да. Да, правильно. Я вас услышал. Хорошо. Повторите еще раз. С центами не услышал. Что повторить? Стоимость финальная. Центы в конце не услышал. Цену не... Стоимость, да? Да, да. Стоимость за год составит 2312 евро. Евро, да? Я вас понял, я вас услышал. Вас как зовут? Меня зовут Антон. Это имя или так? Кличка у вас между своих? Кличка. Да? Есть имя, конечно же, такое. Имя, это русское, да? Имя. Имя, фамилия. Фамилия, пожалуйста. Фамилию я, к сожалению, не могу вам назвать. Я вас понял. Фамилию я назвать вам не могу. Я вас понял, я вас уволю. Хорошо. Извинитесь, пожалуйста, хорошо, за такое выражение. Извинитесь, я вас прошу. Не доводите меня. Алло. Я вас не услышал. Скажите, пожалуйста, громче. Я говорю, извинитесь. Алло. Алло, извинитесь, пожалуйста. Извиниться за что? За то, что не представились. За то, что я вам представился? За то, что не представились мне. Сбросил.